А жизнь России, к сожалению, будет теперь становиться все хуже, хуже и хуже, потому что Владимир Путин думает, что он разрушает украинское государство, а на самом деле он разрушил государство Российской Федерации. Хуже всего после этого, конечно, будет людям, которые стали заложниками Путина, которые находятся на территории России, и жизнь будет тяжела и становиться все хуже и хуже. Но и людям, находящимся за пределами России, уже сейчас тяжело и потом будет тяжело. Но мы действительно виноваты в том, что мы позволили России оказаться во власти человека, который напал сейчас на Украину и который угрожает миру ядерной войной.